Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен. Леди Леска. И нам кухня, привет, друзья! И сегодня, ребят, представьте, такая ситуация. Нас с Леской и Ступиком мы взяли и летом отправили в школу. Посмотрите, школа находится прямо сейчас здесь. И знаете, что доносится из этой школы, друзья? Вы что? только послушайте, вот. Панички! Do you speak English? Мы, походу, сегодня на урок English, ребят, попали в школе Майнкрафта. Если вы, кстати, знаете, откуда эта фраза и видели этот мем, то да, прямо сейчас, да, поставьте также еще лайк, посмотрим, сколько знают людей, что это за мем и кто вообще видел эту учительницу. Ну и, конечно же, жмите на кнопку подписаться, но мы готовы начинать. Bye-bye. Сегодня мы будем прятаться в этой школе, но... Фух. Знаете что? Да, вот, что, Нубик? Опа! Вот, знаете что? Вот эти вот пупсы, вот нашего друзья, ну, которые друзья наши, там, говорим, премьер друзья, вот, они вот очень настанатливы. Я видела Эдит, под которой я такая, я звезда. Полезная информация. Давайте теперь распределяться, кто первый сегодня станет учителем. Можно я? Сегодня, смотрите, кому выпадает... А, ну да, все правильно. Кому красный, тот учитель. Я последним буду сегодня тянуть жребий. Так я что, давайте. Давайте. Первая, да. Лисоун не может по кнопке попасть. Вот что значит лето. Ух ты! Так, потому зелененькая. Я хочу быть первая. Оу! Первым буду я. Первым буду я. Смотрите, сейчас выпадет красная. Ты не будешь первым. Нет, походу, да, уже не буду. Я буду первым. О, Нубол не будет. Вы кто ты? Да, все. А нет, одна зеленая еще оставалась. Ну что, Нубол? Удачи тебе. Я первый раз побуду. Удачи. Погнали. А потом ничего. Погнали. Лисоу, не погнали скорее спрятаться. У нас сегодня школа необычная. Школа трехэтажная. Прикинь. А я в это время делаю. Разберемся в разных. Все, давай, да, короче, что? Это же та самая учительница, которая говорила Ванечкин. Ванечкин. Так, я, пожалуй, спрячусь куда-нибудь. Так, только смотрите, чтобы... Ребят, чтобы Solid Headlayers и вот это вот ничто, ни очки, ни у кого ничего не летало, окей? Проверьте, что все было окей. А знаете, почему я не отвечаю ночью на звонки? Нубик, надеюсь, ты проверила. Потому что ночью... Нет, не знаю. Потому что ночью люди спят. Я готов начинать. Друзья, секундочку внимания. Напоминаем про наши мерчи. Там столько всего интересного. Футболки, худи. Пеналы, брелки и все такое классное. Заглядывай. Ссылка под роликом. А теперь назад к видео. Подождите, Шедоуни, подождите. Да? Ночь, я готова. Город. Погнали, Нубик, ты готова? И Путинка. Начали! 4 минуты пошли прямо сейчас, а друзья. Дверь. А это прятки? А... Нет, это получается, Нубик, ничего страшного, просто гуляем по школе и все. Слушайте, можно спросить, а вы можете передвигаться? Нет. Ну, может быть, мы можем передвинуться в другое место, пока ты не будешь видеть, вот и все. Панички! Do you speak English? Да найдешь, что ты не найдешь. Вы, короче, гуляете реально ночью, челлендж закрыться, ой, вернее, остаться в школе, и вы слышите в ночи вот это. Панички! Do you speak English? Знаете что, честно говоря, мне бы честно, без шуток было бы страшно, потому что естественно. Вы одни в школе, и вы слышите это. Даже если это какая-то типа смешная фраза или какой-то там мем, как Брок у нас любит мем. Говорить, то... Мем, у вас сумочка упала. О. Ой, что? Леска, тебя нашли! Лисонечку, Ванечкина, Ванечкина нашли! Лисанечкина нашли! Я теперь буду этой Леска! Какой-то будет смешной мем, как Брок у нас будет говорить, то будет стрёмно. Зато, Леска, ты теперь speak English. Тебя учительница поймала, и все, может, теперь ты будешь говорить по-английски. Давай, я буду говорить по-английски. Леска не умеет на английском говорить, я умею. Ты знаешь, у меня было такое место банальное, я была на первом. У меня место очень не банальное, у меня место очень хитрое, я бы сказал. Вау, какое. Слушайте, и проблема, интересно. Проблема, вау, короче. Вау! А нет, все нормально, я думал, таймер сломался, у меня просто что-то слетело. А, прикольно, да. Было бы, да. Было бы вообще прикольно. Круто, да. Надеюсь, то, что время о, правильно ребят! Идет. Что? Тут, короче, в одном кабинете есть такая вот полочка, и за ними заходишь, короче, у нас в школе так было, шкафчик, за которым можно переодеваться, куртки снимать. Поняли? Шкафчик? Жестко. Ну, раздевалка называется, наверное. Там просто шкафчики такие с полками, Ванечки. С книжками. Нашла? Да, меня нашли. А как ты прятался? А я спрятался за окном, за локером. Ура, всех нашла! Погоди, Нубик, а реально меня прям так видно там было или что? Слушай, на диване лежишь, да? У тебя немного нога выпирала. А, ну я же говорил, блин, чтоб всяких этих лэрсов не было. А я нет, я говорю, нога.
тебя выпирает. Ладно, понятно. Так ты где, нубик? Я прохожу, и у тебя ногу видит. Давай леска тянуть же Гэби с тобой. У тебя нога же не на голове, чтобы она это самое. Так, что, я нажимаю? Да, давай нажимай. Ты была в начале. Я буду вторым уже. А я сейчас последняя буду. Вот зелененькая. Так вот, я пока линейку в сторону убираю, но давайте сундучок такой. Леска, вода, леска училкой стала. Леска так, учительница. Все. Побежали. А, давайте, ребята, интересно, обычный? В этой школе мне нравится искать. Так. Школа такая антуражная, классная, вообще прикольненькая. Школа, привет, такая, Лашатка. Я бы тут и училась. Привет, а что ты за мной-то идешь? Идет она за мной. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, а учительница, видели, прическа сзади, волос нет. Учительница вообще, о, мамма мия, бамбала мия. Ой, ты так говоришь, я сразу какую-то итальянскую кухню, пасту вкусную вспомнила, накручиваешь на вилочку, прям соус. Так, куда спрятаться-то, ёперный театр? Сейчас, секундочку, погодите, я туда-сюда бегаю. Оливки, маслины, сыр, пармезанчик, вкусный пасту. Я рэди, я готов. Ну, Бик, я иду в школу тебя искать. Давай, Леска. Опа! О, пошел таймер! Я нахотилась. Что я решила? Я решила вот такую тактику избрать. Не скажу. Я сойдем одеть. Что, мимо тебя прошла, что ли, смеешься? Да нет, я просто что-то не знаю, вспомнилось кое-что. Что, что? Да ничего. Просто представить, что там может вспомниться. Папа. Радость. Удивление. Панички. Do you speak English? Это не я, это психи какие-то. Вот я. Интересная штуковина, как будто бы Нубес свой рюкзак забыла. О, Нубес! О, ё-моё! Я чуть сердце не остановилось сейчас. Нубик, ты чё, совсем что ли? А почему ты не колотишься? А во, колонка. Почему ты не колонка? Я поймала Нубика. Леска меня нашла зачем-то. Зачем? Действительно, зачем она тебя нашла? Мне нравится искать здесь, очень крутое место. Леска, ты специально, да, ты специально пошла сюда. Да, я специально тебя нашла. У меня Solid Hardware, да? Да вы, вообще-то, мне настроечки все изначально правильно, я слышала, что сказать. Какая стройка еще? Шедоуни, мы же уехали, тебя уже никто не ищет, мы на стройке сейчас. Ну да, а кто это там? Никто не ищет, кто-то что-то бегает, кричит. По всей этой там. Я ищу, как это никто? Нубик там что-то делает, я не знаю. Нубик, какого фига? А где, что? На каком этаже? Как? Я выхожу из этой комнаты, и ты просто на стоишь на месте. В смысле стою? Я лежу на полу. Ты лежишь, ты же стоял. Я лежал на полу. Ну, Беска, проверю тебя. Короче, наверное, понятно все, друзья. Там у меня торчит нога, здесь я не лежу, а стою. Все понятно. Все понятно. Я просто смотрю, ты просто стоишь, я думаю. Да, вот оно, я все понимаю. Да, естественно, два из двух. Действительно, нога стоит, получается. Что с лицом, Нубик? Идите и прячьтесь. Нет, я же ищу сейчас. Ну что же. А мы на улице. Давай. Погнали. Так, я учительница. Захожу, учительница английского такая. Бац, 3, 2, 1. Пошло время. Ура! А я прекрасно делаю мьюнинг, потому что это мое хобби. Я делаю мьюнинг 24/7. Давай, сейчас твой мьюнинг и будет вместо тебя прятаться, мне уже кажется. Так, сейчас посмотрим. Я не отвечаю ночью, потому что первое, я спасаю город, либо я делаю мьюнинг, я не могу ответить, прервать не могу. Очень полезная информация. А если. Так, сейчас. Так, сейчас будем искать. Слушайте, какая здесь реально раздевалка прикольная. Штучка. Очень уютная такая. Я не видела раздевалку, а там как вообще? Там уютно. Заходи сюда, приходи сейчас, покажу. Хорошо, давай. Так, тут никого нет. Куда же вы спрятались? Куда же вы спрятались? Do you speak English? Оооо, Нубауни, do you speak English? Мамма мия, бамбала мия! Я испугалась! Нубауни нашли. Да, чё-то школа у нас такая сегодня. Итальянский, да? Да, это итальянский, английский. Аммо, чё это рассказалось? Ой, что я несу? Амиго! Я сижу дома у себя, да? Так. И сквозь окно, стены, я слышу, орёт кто-то. Нубик, наверное, орёт. Нет. Вот реально. Ужас. Там, наверное, соседи уже Брокнер из дома слышат. А вот сегодня я иду, встречаю одну Нубасину. Так, я тут проверил? Нет, здесь я не... Стоп, или я сюда поднимался? Нет, первый этаж был. Добрая, Нубасина забытая. Нубасина. Я не знаю. Я постеснялась подойти просто. Ага, вот в этом месте я прятался здесь. Оу! А что это у нас тут так-то вязал какой-то? Бамбалась!
А в актовом зале что, прячется кто-нибудь? Прятался уже? А что там актовый зал? Ванечки! Do you speak English? Да хватит! Итак, короче, друзья, у нас прошел первый круг. Я предлагаю просто делать второй круг пряток. То есть сейчас первый отправляется прятать... А кто у нас первый сегодня искал, вернее? Я. Веска, да? Нуби, хорошо, тогда мы сейчас переодеваемся. Все, Нубик, ты снова учительница, а мы с Лисовой не погнали прятаться. Вот. Так, сейчас я намерен победить. Я намерен победить. Я на тебя смотрю зачем-то. Слушайте, у нас сегодня пока что никто ни разу не победил, прикиньте. В смысле, я победила? Нет, всех нашли. Да, кто искал, не победил. Ух. А, то есть все, кто искал, победили. Это тоже верно. Так, подождите, мне нужно время. Свету школа гигантская, но на деле-то... Ребята, а нам нельзя же, да, никуда выходить? Не-не-не, только в школе прячемся, не. Все, я готов. Леска, еще вот ты снаружи пряталась, так вообще, где я тебя найду? Ну, Боуни, немножко, подожди, друг. Леска, я не буду тебя ждать! Итак, погнали! Нубик, давай, таймер пошел. Сонечка ждет. Что же будет здесь? Говорю, что же будет здесь происходить? Леске, привет, и ухожу. Ванечкин, do you speak English? Ну что там, Нубавни? Я иду, ухожу. Давай, давай. А я тут пока что вот так вот. Держу вот тебя в руках. Чё такое? Леска, ты чё, да нормально всё у тебя? Сила прибавилась, сила богатырская. Нобик, ищи, она в спортзале, видимо, каком-то. Или в туалете. Нет, когда в туалете сила убавляется. Нет, сила прибавляется, потому что лишняя масса отступает. Сила богатырская, я в туалете у меня. Я же не на массе, я же не... Так, мы сейчас в школе находимся, какой в туалете? Это вы сказали, это вы сами там живете. Я не живу в туалете. Леска, на кого ты там, на кого ты наговариваешь? Я никого, я вот сижу, лежу и вообще тут кофеёк попиваю. Хватит вот это, хватит! Так что такое происходит? Ванечкин! Да ёкар не бабая. Леска, do you speak English, please? Мне кажется, что мне это снится будет сегодня, вот этот дурацкий голос учебки, который... Как медленно время идет вообще, когда прячешься, я в шоке. Да. Есть такое дело. Что, я ни разу не выиграл, ну почему? Так никто сегодня не выиграл, всех нашли. Ну да. Не обижайся, Леска, просто надо speak English. Но мне искать понравилось, вот в этой школе прям уютно, мне вообще понравилась школа. О, Леска, ты тут веселая. Она еще такая летняя. Чё? А, ведь что-то скажут мне. Конечно, Пепсоуни. Твой липсик. Ванечки. А, ты вязал тут есть? Моя липсик вообще-то спит в комнатке, потому что ей жарко. Я ее вот увидела, так что не придумала. Твой липсик? Не учи. Прошло 2 минуты из 4. Пока что это, по-моему, самый долгий раунд. Да, ну, это рекорд. Ты не нашла никого, да, из нас, она никого так из нас что не нашла. Подумай. Задумайся над этим. Задумайся резко о том, что ты плохо прячешься. Она меня нашла. Нашла? Как? Серьезно? И меня нашла! Тут, а мы что, рядом да, были с тобой? Да, да, я тебе не говорил, были. Ты зашла в тот же кабинет, где я прятался, и все, я за столом просто там лежала. Такое? В кабинете русского. Блин, что за фигня? Так, кто сейчас ищет? Леска ищет, я пошел. Идите. Надо победить, что нас всех находит, что за дела вообще? Слушайте, надо искать какое-то киберспортивное почему. Место. Я пока в саду погуляю здесь, посмотрю, что тут есть. Леска, я не знаю, как вы, но о, ребята, я там даже, прикиньте, вижу... Наши там футболочки всякие в школе развесили. Да, я такой кабинет не видел говорю, что-то. Я просто леска висит, я и говорю уже. Леска висит, да, сразу понятно, что имеется в виду. Леска висит, как бедняжка довели. Леска висит! Висит! А, мне кажется, что они как будто на ремонте часть этих кабинетов. Блин, тяжело, вы, конечно, прятаться, слушайте, тяжело. Ну, короче, я готов. Я цветов пока собираю, букет я домой готов. Повезу. Давай, Леска. Маме подарок. Газуй. А Нуби готова? Я же говорю. Угу, я иду. Так, где вы тут? Я спрятался, все. Пошел таймер. Училка на охоте, давай включайте. На охоте я. Говори. Поняли, да? Ванечкин. Так интересно слушать. Нубасичкин. Do you speak English?
Слушайте, тут так аккуратно, раздевалка такая аккуратная, а у нас в школе все валялось, просто вот все, куртки по ним ходили. Я захожу в раздевалку, моя куртка на полу, все уже миллион раз на нее наступила, и я на всех кричу, типа, зачем вы наступаете на мою куртку? Правда, меня это очень раздражало, мягко говоря, и то, что вот так всех, вот так вообще. Мягко говоря. Ой-ой-ой. Мягко, Нубик, говоря. Что-то жесткое. Как-то просто потом захожу в комнату, слышу. Куртка, она новая, белая. Нубичек. И все вот так трап-трап. Топ-топ-топ-топ. Do you speak English? Да надоела она мне уже, шедоу. Скажи, что она... Так это ты говоришь, в смысле, ты учительница. Это я говорю. Так я сама себе и надоела. Вот так. Это как я говорю. Ай-гай-гай, постоянно. Капец, реально, как долго идет время, когда просто... Да. Когда просто прячешься. Я что-то один раз слышу, это утром Нубик там ходит. Ну-ка, и что там? Ежиха. Смотри. Все, Нубик, хорош кричать уже, честно говоря. Дай сконцентрироваться, я ничего не слышу. Ни шагов, ничего вообще. Вот, тишина. Наконец-то тишина наступила в школе. Тише, вот именно, надо как там на уроке говорят, а ну вышел из класса там. Зашел, ой, вышел и зашел снова. Это хорошо, кстати, делают, когда так делают вообще. Нубик меня видела, да, походу? Походу, да, что-то какая-то хитрость происходит. Чё ты, где сидишь-то? Тишина. Ну, реакшн, короче, буду делать. Я тишина. Затаилась и сижу. Тишина. Представляю, что ты там делаешь, сидишь. Я сижу, лежу. Ну, лежи, лежи. У меня тут уже тело затекло. Пока тут сижу, лесоу не жду. Знаете, у меня такое ощущение, что вы уже изучили школу и хорошо стали знать. Да нет, я в этом кабинете впервые вообще. До этого в нем не был. А вот лесоу не жду, не здесь. Вентиляторы крутятся. Воздух подают. Теперь мне не холодно. Теперь мне жарко. Ой. Какой-то это стук. Вообще непонятно, что происходит, какие-то непонятные звуки, это все. Спам это какой-то, спам-атака от Нубика. Флуд-атака. Так, слушайте. Вот сейчас уже быть... снова новый рекорд. Еще более длинный раунд. Сколько? Ну уже 2 минуты 50 секунд прошло, минута 0,7 осталось. Получается, сколько я понимаю, никого, да, не нашли? Нет. Нубик, живем, живем. Леска, тебе подсказка, я где-то в школе. О, спасибо, Нубик. А то я где-то в магазине тебя ищу так. О, я такое еще вспомнил. Ра-па-па, 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 ра-па-па. А, точно! Ра-па-па, 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 ра-па-па. Ох, ностальгиюшка! Ребят, ну я вас спрошу. Леска, ну как так-то? Тут подсказки не будем давать, потому что школа не особо большая. Вот. Ра-па-па, ра-па-па. Нет, я не успел убежать, почему ты именно в эту сторону пошла? Я хотел развернуться и выбежать из класса. Я вообще не хотела заходить. Блин. Я не хотела туда. Жаль. Осталось, знаете, угадаю, 40 с чем-то секунд. Нет, осталось прям совсем мало времени вроде как. Я даже не буду учителем становиться, потому что это все как бы. Сейчас Нубик одержит победу, по-моему. Да. А, и стоп, все, время в принципе вышло. Ну что ж, друзья, в общем, на этом мы сегодня будем заканчивать. И получается, сегодня в последнем раунде мы практически продержались, Нубик продержалась, меня резко нашла. Но я понял, почему, наверное, не получилось, у меня мышка взяла и разрядилась. Вот, и я не успел повернуть за книжную полку, резко меня заметила, к сожалению. Ну ладно, ничего страшного. Ну, друзья, на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике, и всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.